Обычной спичкой или зажигалкой можно проверить, хорошо ли работает в квартире вентиляция. Так отлично тоже. Специалисты сначала снимают с вентиляционного отверстия пластиковую крышку, затем подносят пламя. Если оно резко отклоняется в сторону черной дыры, также стремительно туда должны уходить и посторонние запахи. Начинается обход с квартир, где смотрят, правильно ли организована система вытяжек. Если находят небольшие нарушения, хозяевам квартиры выдают предписание переделать все по правилам в ближайшее время. Если в угоду дизайну собственники довели дело до опасной ситуации, сообщают в управляющую компанию, а та газовикам. В таком случае, пока не устранят замечания, придется жить без голубого топлива. Подрядчики забираются и на чердак. Здесь все внимание вентиляционным коробам. Очень часто жители сами переустраивают свои вентиляционные каналы или дымоходы. Нередко в один дымовой канал втыкают или подсоединяют дымоотводящий рукав от газовой колонки и также вентиляционную вытяжку. Этого делать категорически нельзя. Муниципальная управляющая компания «Жилсервис» заключила договор с подрядчиками. Эти организации и проверяют жилфонд на предмет неисправности вентсистем. Такие рейды проходят регулярно. Дымовые каналы проверяют раз в 3 месяца, вентиляционные – раз в год. А при наличии газовых колонок – не реже 2 раза в год. Мы должны полностью узнать проблемы данного дома. Проблему это включается не только инженерные системы, фасады, крыши, но и вентиляционные шахты. Чем люди у нас, можно сказать, дышат. В России сейчас очень много случаев, где у нас целыми семьями просто люди задыхаются от угарного газа. Как раз вот данная работа направлена на то, чтобы вот эти случаи в наших домах исключить. Безопасность превыше всего, и многое зависит от жителей. Первое правило – включил газ, приоткрой окно. Если воздух не поступает в помещение, возникает обратная тяга. Из дымохода возвращается угарный газ. Особенно внимательно нужно быть, если в кухне установлены пластиковые стеклопакеты, которые не пропускают воздух, и герметичные входные двери. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.